anticipais mes doutes, mon père. Рассейте мои сомнения, отец мой. Un grand nombre d'habitants paisibles. Много мирных жителей скрываются за стенами Монсегюра. En proie à l'hérésie. Dites-moi. Скажите. Comment distinguer ces hérétiques albigeois? Как различить этих еретиков альбигойцев от верных католиков? Убивай всех, сын мой. Всевышний узнает своих. Завтра Монсегюр падет. Мы все погибнем. Но вас я обрекаю на жизнь. Вы разбредетесь по разным частям света. Женитесь и оставите после себя потомков. И каждый из вас передаст им свою частицу нашей общей тайны. Владеющий этим талисманом станет главным хранителем тайны. Ему и потомкам его должны подчиняться вы и потомки ваши. Жермен де Монсегюр. Прими талисман. Que la prescription se réalise. Предначертание свершится. La main de Cal... В час, когда я бываю разбит, не дозволено слаб быть может, и когда несчастье глядит, ухмыляясь кривою рожей, и угрозы шипит мне вслед со злорадством беззубых бабок. Мне все беды не в счет, ведь на гребне скалы меня ждет невзятый мой замок. Мне все беды не в счет, ведь на гребне скалы меня ждет невзятый мой замок. Говорят, в замке спрятан Грааль, я его не нашел, врать не буду. Этот замок искал Персиваль, прикоснуться, надеясь к чуду. Исцеляют в его стенах тех, кто в жизни на грех был падок. С душ слетает зола, недоступен для грязи и зла невзятый мой замок. С душ слетает зола, недоступен для грязи и зла невзятый мой замок. И пускай снова люди твердят, что, мол, замки вышли из моды, уж какое столетие подряд, нарушая закон природы. И от всей души наплевав на границы привычных рамок, как увидел Магрит, в поднебесье нахально парит невзятый мой замок. И от всей души наплевав на границы привычных рамок, как увидел Магрит, поднебесье нахально парит невзятый мой замок. La prescription. Предначертание свершится.